Уважаемые саровчане, уважаемые ветераны, 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Я говорю о ней с особыми чувствами. Это гордость за наш народ-победитель. Это благодарность за боевой и трудовой подвиг ветеранов. Это уверенность в том, что мир – самое главное, что мы должны беречь. Мы чтим память саровчан, ушедших на войну. Это 950 мужчин. 523 из них не вернулись домой. Мужество, стойкость, самоотверженность советских солдат и офицеров, сражавшихся за победу, всегда будут являться примером для нас. Мы будем добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным и современным государством. Дорогие друзья, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.